Итак, дан старт. Первые 200 метров участницы преодолевают без препятствий. И вот первое препятствие преодолели участницы из Кипачеза. И сейчас участницы этого забега приближаются к первому препятствию явно с водой. Анастасия Слуцкая, Академия легкой атлетики, лидирует в забеге. Рекорд Санкт-Петербурга в беге на 2000 метров с препятствиями 6 минут 44,75 секунды. В 2016 году установила Оксана Михайлова, Академия легкой атлетики. Состав финала девушек в беге на 100 метров с барьером. Финал состоится в 18 часов 30 минут. Право стартовать в финале завоевали Анастасия Фетисова, Калининская спортивная школа, 15,92, ее результат забег. Алиса Соколова, Невская, 16 секунд. Марина Васюк, Выборгская спортивная школа, 15,44. Дарья Казакова, Красногвардейская спортивная школа, 14,62 забеге. Анна Куртова, Невская, 14,83. Александра Васильева, Орленок, 15,63. Золотая Ляпочкина, Московская, 15,75. Мария Макарова, Пушкинская школа, 15,85. Увеличивая отрыв, Оксана Михайлова, Академия, сохраняет лидерство в забеге на 2000 метров с препятствиями. Три круга до финиша лидера. Анастасия Слуцкая пытается прощения за неправильное объявление лидера забега. Анастасия Слуцкая, Академия легкой атлетики. А на второй позиции Дарья Матвиенко, Одесская спортивная школа. Два круга до финиша лидеру забега. Анастасия Слуцкая лидирует на второй позиции. Александра Голубкова, Невская спортивная школа. И также до финиша уже менее двух кругов.
звучит колокол, возвещающий о том, что лидер до финиша остается пробежать последний круг. Уверенно сохраняет лидерство Анастасия Слуцкая, Академия Легкоатлетики. Александра Голубкова на второй позиции также осталось пробежать последний круг. Лидер забега Анастасия Слуцкая на финишной прямой. Александра Голубкова, Невская спортивная школа, закончила дистанцию. Третий финиширует Дарья Матвиенко, Невская спортивная школа. Результат победительницы 7 минут 19.43 секунды. Александра Голубкова, Невская спортивная школа, 7 минут 33.53.